сегодня. Решение проблемы должно быть кардинальным. Мы приняли решение бороться. Я отправлю тебя далеко отсюда, в другое место. Какое другое? Куда? Первый раз у меня. Я что-нибудь придумаю. Важно стало другое, здесь слишком опасно. Ну, наконец-то. А мы уже заждались. Папа? Удивляешься, что я жив? Это же башня. Смерть тут невозможна. Как ты могла об этом забыть? И вовремя, как всегда. Откуда столько народа здесь взялось? Они хотят нас сжечь. Во главе с моим отцом. Мы должны разрушить башню. Что происходит? Они что, с ума сошли? Это не они. Это совсем другие люди. «Башня. Новые люди». Сегодня на ТВ Рус.